ДТП в годину пік. Сьогодні вранці на перехресті вулиць Жовтневої революції та Соціалістичної сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулись автомобіль «Рено» та скутер. Керманич мопеда виїхав на перехрестя на жовтий сигнал світлофора. В цей же час туди повертав водій легковика. Через небезпечний маневр скутериста транспортні засоби зіткнулися. Внаслідок пригоди шофер мопеда отримав перелом ноги та подряпини обличчя. Когда загорелся красный свет, машины остановились, и я завершал левый поворот. В это время выскочил на мопеде человек и ударил меня в бок. Причем это с его линии выскочил. В середине версии больше всего, что виноват в виде мопеда, который выехал на перекресток, на запрещающую систему. Значит, вредитель мопеда оставлен в областную больницу с средствами повреждения. Дальнейшую вину становится следствием.